Всем здравствуйте! Как стало известно, в Москве на 42-м году жизни покинул этот мир актер и комик Александр Шаляпин. Устанавливаются обстоятельства трагедии. На данный момент проверяется версия, что он мог оборвать жизнь по собственной инициативе. Артист обнаружен в доме на Хорошевском шоссе. На месте работает полиция. Александр Шаляпин – киноактер, артист жанра стенд-ап-камеди, участник стенд-ап-шоу Comedy Club. Он снялся в более 50 кинокартинах, в частности «Бумер 2», «Сваха», «Любовь как любовь», «Глухарь 2», «Карпов», «Женщины против мужчин». А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока!